Кубок боевой, трудовой и творческой славы имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина получает общественные объединения. Среди них областные отделения Союза журналистов России, Союза архитекторов, Союза театральных деятелей, Союза писателей России, Союза композиторов России. Это оценка и Союза композиторов, и творческих союзов очень нам дорога, потому что мы живем одной жизнью и помним Владимира Ивановича. Союз журналистов России, журналисты во все времена были всегда на передовой, остаются и по-прежнему на передовой. Спасибо, что есть такая вот такая традиция, год назад зародилась, вручать вот этот символ, символ участия, сочувствия, неравнодушия. Герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин попал на фронт в 44-м, служил танкистом. За время войны сменил 3 боевых машины, 3 экипажа. В одном из боев погибли все его товарищи. Удалось спастись только ему. Отличился в боях у стен Рейхстага. После демобилизации пришел работать на Куйбышевский металлургический завод имени Ленина, где трудился 40 лет. Несмотря на преклонный возраст, Владимир Чудайкин продолжал активную общественную деятельность в составе Совета Кировской районной общественной организации ветеранов войны и труда. Но он до конца, до последних дней своих служил своему народу и своей родине. Он постоянно был в строю, он постоянно встречался, рассказывал и учил наше молодое поколение, надо как любить свою страну, свою малую родину, Самару, своих родных и близких. Я считаю, что этот человек достоин больших почестей. Общественная награда «Кубок боевой, трудовой и творческой славы» имени Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина учреждена в прошлом году. Ее вручают за работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения и сохранение исторической правды. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».